вам разрешили, да, торговать? Нет? Нет, мне не разрешили торговать. Я вам, кстати, даже писала. Тогда, тогда лучше вам здесь не торговать. Хорошо. Ладно? А, да? Скажите, пожалуйста. А. Дело в том, что я как раз вам писала вот эти вопросы. Да. Чего? О, я знаю. Да. У вас есть мои вещи. Да, у меня есть. Это ваша сумка с Домом Советов. С, да. Ну и штука, да, которая надевается. Да, да, да. Дело в том, что это как-то абсолютно несправедливо. То есть я не торгую никакими китайскими товарами. Да не-не-не, ну все понятно. Ну а с руководством собора разговаривали? Нет, а можно с ними разговаривать? Конечно. Ну вон, ребята же торгуют в этих лавках. То есть, ну, как за право торговать надо его получить. Ну это же все покупается. Нет, несомненно, это покупается, это стоит денег. Ну, это, нет, официально стоит денег, они, да, платят аренду за, нет, это. Нет, да, дело в том, что, например, для меня это категория. То есть, вот смотрите. Не, мы можем, конечно, ярмарки устраивать, там еще что-то. Но я со всем уважением, если вы будете здесь стоять. Нет, я прямо сейчас соберусь и уйду. То за вами придут другие. Да, хорошо. Да. Но смотрите, дело в том, что. С чем-то еще, с помидором. Вот смотрите, у меня, например, машина. Да. Точку. Да. Вот это вот все, да, я двигаю вот машиной руками. Угу. Ну, это процесс очень долгий. Да, я понимаю, да. И как бы получается, что мне нужно выбирать. Либо торговать, либо работать. Ерундой, ну, да, да. Либо работать. Да. И, например, ну вот то, что я, например, не могу заплатить там 2000 в день, потому что эта работа дорогая. Вы же Витю знаете, Витю или Леру, с кем вы общались? Ну, через кого подарок передавали тогда? Вот это. Не помните? Знаю. Да? Это Саша Божетков. А, это Саша Божетков, да? Да. А, да? Вот. Ну, вы можете ему напишите, у вас же есть контакт его. Ему напишите, он мне напомнит. Я попрошу ребят, чтобы они вам помогли. Может быть, здесь какую-то придумали штуку для вас. Я... Ладно? Ну, нет, мы же решили вот с этим стеклодувом. Стеклодув сидит, он с ним они... У меня такая проблема, что или торговать, или я шью. Нет, вопрос нет. 2000 для меня на день. Я же не про то. Я просто не хочу, чтобы вы стояли на камне, как бы, ну, просто как это, с самопалом. Мы что-нибудь придумаем, сделаем там для вас место нормальное. Можно у Саши переспросить, чтобы он вам напомнил? Ну, просто, да, прошу, чтобы он мне напомнил, да, а дальше я с ним поговорю. А можно я вам дам визитку? Может быть, вы тогда меня запомните? Нет, визитку давайте, несомненно, но лучше Саше напомнить. Рассказывал. У вас крупный дел мастер. Хорошо. Вот. Хорошо. Всем. А мы сейчас с вами в прямом эфире, кстати. Вот, а мы вас прорекламируем сразу, да. Так, видно, не видно? Что-то я никак не на виду. Не видно, во, видно. Все, покупайте отличные штуки. Спасибо. Вот. Ручной работы, хендмейд калининградский. Да? Да. Все, отлично. Давайте, ну, с Сашей поговорите, я что-нибудь придумаю, ладно? Хорошо. Счастливо, успехов. А, черт. Все.